Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Акватория сауда желісі жуынатын бөлменің арманыңыздағы үлгісін ұсынады. Біздің сантехникалық жаңа салонымызда сізді ең сәнді үлгілер мен керемет жаңалықтар күтуде. Жуынатын бөлме жиһазының қолмен безендірілген қайталанбас түрлері, классикадан бастап сәнді үлгіге дейінгі кез келген стильдегі топтама. Сонымен қатар қоспалы ұштан айнаға дейінгі толық жинақ. Біздің сантехникалық жаңа салонымызбен бірге сән салтанатқа бөленіңіз. Біздің мекен жайымыз Асау Барақ көшесі 55А, Акватория дүкені 3-ші қабат. Здравствуйте, с вами пресс-новости. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что ополчение закончило зачистку Дебальцева. Мы закончили операцию по зачистке Дебальцева от незаконных вооруженных формирований. К сожалению, украинские власти не приняли слов разума сложить оружие. Потери ВСУ оцениваются в котле около 3–3,5 тысяч убитыми. Пусть Киев забирает своих убитых. Мы приглашали туда родителей и матерей ВСУ, чтобы они забрали своих военных, передает РИА Новости слова Александра Захарченко со ссылкой на Донецкий информационный центр. А вот президент Украины Петр Порошенко объявил о плановом и организованном выводе из Дебальцева украинских войск. При этом Порошенко подчеркнул, что никакого дебальцевского котла по-прежнему не существует, пишет московский комсомолец. Операция украинских войск в Дебальцево Донецкой области была успешной. Этими действиями силы антитеррористической операции посрамили Россию, которая еще вчера требовала от украинских военных сложить оружие, поднять белый флаг и сдаться в плен, сообщил президент Украины перед вылетом в зону АТО. Версию президента Порошенко о плановом отступлении, судя по всему, мало кто верит даже в Киеве. Уход силовиков из Дебальцева проходил на фоне нарастающей словесной перепалки между генштабом и полевыми командирами, пытавшимися переложить друг на друга ответственность за провал. А депутаты из блока Петра Порошенко открыто заговорили о поражении в Дебальцево, обвинив в этом службу безопасности Украины. Президент США Барак Обама в среду призвал мировое сообщество сформировать единый фронт по борьбе против экстремизма. С учетом угрозы со стороны экстремистов мы должны сплотиться, причем как внутри США, так и на международном уровне. Мы знаем, что данную проблему невозможно решить при помощи одной только военной силы, говорится в статье Обамы, опубликованной в газете Los Angeles Times. Президент пояснил, что бороться необходимо не только против боевиков, но и против тех, кто оказывает им поддержку и пропагандирует экстремизм. На мусульманских сайтах знакомств можно встретить немало объявлений о поисках жены номер два, а также смущенные ответы женщин, дающих свое согласие стать токал, пишет «Экспресс-К». Двоеженство в Казахстане официально запрещено. Юристы предупреждают, если брак официально не зарегистрирован, то отстоять в суде свои права женщине будет сложно. Однако тему токализации все равно периодически поднимают, причем на различных уровнях. То мажилисмены требуют дать добро многоженству, то общественники приводят массу плюсов в его пользу. А пока идут споры, многие казахстанцы уже давно приводят в дом вторых, а то и третьих жен. На мусульманском сайте religia.kz ученые-богословы попытались донести до народа, что интернет-знакомство – это грех, но пока их никто не слышит. Международной группе ученых удалось установить, что около 70 тысяч лет назад звезда Шольца и ее спутник, являющийся так называемым коричневым карликом, пересекли Солнечную систему. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в приложении к журналу Astrophysical Journal, оба космических объекта миновали внешнюю область облака Оорта, сферической области Солнечной системы, которая заполнена многочисленными кометами. Науке неизвестно, чтобы какая-либо другая звезда приближалась настолько близко к центру Солнечной системы.
Однако, как подчеркнул глава исследовательской группы Эрик Мамаджик из Рочестерского университета, точность расчетов траектории движения звезды Шольца составляет 98%. Появление звезды Шольца на окраине Солнечной системы не является единичным событием, и, вероятно, подобное астрономическое явление можно наблюдать в облаке Оорта примерно каждые 100 тысяч лет. В настоящий момент звезда Шольца находится примерно в 20 световых годах от Солнечной системы. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня. Вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория».